Автопарк регионального управления Росгвардии пополнился новыми автомобилями. Сегодня в Якутске в торжественной обстановке сотрудникам вручили ключи от 7 новых служебных машин. Транспортные средства оснащены всем необходимым оборудованием и средствами связи. Использовать их будут для охраны объектов и жилых домов, патрулирования и поддержки порядка в городе Якутске. Один автомобиль поедет в Мигино-Кангаласский, еще один в Чурапчинские районы. Вручение произошло. Автомобиль у вас «Патриот». Это подразделение вневедомственной охраны Чурапчинского района, имеющее за год лучшие показатели у нас. И ряд новых автомобилей, проведен инструктаж по безаварийности эксплуатации транспортных средств, ну и дисциплины на дорогах. В целом все.